Хорошие серии начинаются с хорошего начала, ведь так, и еще у него в ушах орет прям звук очень сильный, я практически себя даже не слышу. Короче, мы продолжаем. Техника, кто не помнит, как за него играть-то хоть? Потому что после экспедиции я уже успел забыть все, наверное, в этой жизни. Ой-ой-ой-ой-ой, кто это тут у нас? Цветочек. Опять ты, серьезно? В смысле, я не понял сейчас. Хорошие серии начинаются с хорошего начала. Да, чувствую, мы тут с мусорщиками умирать будем чуть ли не постоянно. Они будут спавниваться в самом начале и сразу кидай копья в тебя, как всегда. Это же классика. Вот опять, прекрасно же. Так, надо разработать стратегию, как мы будем действовать. На. Я нажал две кнопки, но не заработало. На. На. Так, значит... Ты идешь со мной, да? Так, куда это место меня приведет? У меня интересный вопрос. Кстати говоря, в прошлой серии я забыл сходить на свалку. Там есть кое-какие изменения в локации. Ну ладно. Там типа долгоноги везде и все такое. Я это вчера выяснил, оказывается. Еще, кстати говоря, знаете, что я выяснил? Что можно делать не так. Погодите. Вот так вот, а. Это делается абсолютно так же, как и вниз, только надо нажать кнопку вверх. Так, я тут пытаюсь открыть список, не список, а в какое время все происходит. Он у меня тут буквально под рукой, мне его только открыть надо. Да, охотник после мастера копья идет, и у меня есть такие подозрения, что может быть... Так, погоди, надо бы как-нибудь его взять, чтобы в нем было копье. Ага. Да это можно использовать прям как целый рюкзак с копьями на самом деле. Погоди, только не говори, что это фарм Айрис. Только не говори, что это массивный ферм. Прошу, я сюда вообще изначально не хотел. Просто если это фарм Айрис, то это будет весело на самом деле. А я, кажется, знаю, что это за локация. Меня убил жук прекрасно. Опять мы сейчас сначала, да? Плюс техника. За него не надо повышать карму. И, в принципе, за его карму волноваться даже, думаю, не стоит. Просто берешь, убиваешь мусорщика. И, в принципе, все. Просто главное его дотащить. Правда, пока он у тебя в руках, ты вряд ли что-то вообще сделаешь. Вообще, это прекрасно. Типа, уровень сразу тут спавнится, прямо около убежища, прям около перехода. Только на этот раз его почему-то нет. Берешь просто, убиваешь и несешь. Только... О, не-не-не-не, нам точно не сюда. Кстати говоря, эта вода, оказывается, замедляет, а не техник так плавает. Что-то я этого сразу будто бы и не заметил. Блин, как за него все-таки намного удобней. Потому что... Я уже... Мне надоело за гурмана все время ерундой какой-то страдать. Серьезно. Так, нам надо найти мусорщиков. Каким способом мы их будем искать? Дайте угадай, я не долетел, серьезно. Или погоди. Или здесь можно куда-то забраться, не? Или это все? Или это все, это конец? Ага, я понял. Все, хорошо. По тактике понятно. Нет, непонятно, погоди. Что это за паркур, за техника, серьезно? Хватит переворачиваться на стене, так как ты это делаешь-то вообще? Слушайте-ка, можешь мне спрыгнуть? По-моему, это самая лучшая идея, в принципе, вообще, выход из данной ситуации. Так, значит, мусорщики, вы где? Ну, серьезно, вы мне сейчас как все-таки будете кстати. Так, мне как вообще добраться вот вообще, а? А, я, кажется, догадываюсь. Если бы он только бы не падал. Во, прекрасно, все так и было задумано. Так, поесть тоже неплохо, поэтому едим, пока еще можем. Так, нам надо остерегаться воды, потому что у нас техник решает взрываться в такие моменты. Так, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Меня здесь нет, я все улетел с концами, все. О, FPS-то как просил. Так, ну сейчас начнется веселье с поиском мусорщиков. Я сейчас чисто из-за того, то, что... А можно копье, пожалуйста, второе, не? Нет, ты, пожалуйста, это, отлепись. Во, прекрасно, слушай, как всегда бы так было. Где там эти-то копья? О, вот оно. Это как понимать? Он меня просто прыжком убил, в смысле? Я даже копье взять не успел. Если бы он меня не убил укусом, то у меня была бы возможность просто отбиться от него. Но нет, он просто меня убьет с одной тычки. Вообще, это первый раз, когда он так делает. А вот, собственно, мусорщики, те... Ребята, вы то, что надо, кстати говоря. О, прекрасно, я так сейчас уворачиваюсь. Во, давай, давай еще.
Ой, чуть не попал, слушай-ка. Фух, как же это на самом деле страшно. Этот мусорщик что-то не особо умный, я так вижу, да? Тебя поедим. У тебя карма получше, ну-ка дай-ка сюда. Как вообще это работает? Типа, он повышает карму за счет того, то, что он берет мусорщиков. Он умнее от этого становится или что? Или он умеет читать их мысли? Что вообще сама по себе эта карма? Уровень чего-то? Уровень знаний? Уровень чего-то? А, ну вот, как раз. Как-то так, наверное, не знаю. Я до новой локации не успел даже добраться, меня уже там убили. Так, я думаю, мусорщик нам не понадобится, поэтому не вижу смысла его тащить вместе с собой. Я, наверное, поближе микрофон сделаю. Меня будет настолько прекрасно слышно, но хотя бы меня не будет вообще не слышно. Так, скажите мне, ребята, что это за локация? Игра, скажи мне, пожалуйста, что это за локация. Опять вода, да? Ну, слушай-ка, за техникой это просто великолепно, я так считаю. А я тебя вижу, да. До свидания. А я могу зажать просто две кнопки, да? Там еще один, я вижу тебя. В принципе, не особо как-то мешает вот эта вот способность. Не способность, а вот эта вот особенность его, то, что типа он не может несколько раз делать, просто взял, подождал. Мне, в принципе, подряд по 500 раз и не надо делать. Ага, понятно, все с тобой. В принципе, нам тогда вниз получается. Да, но не в самый низ, а то там смерть меня ждет. Да, я помню это место. Это, по-моему, опять из трейлера. Я это... Ладно. Все мы знаем, все, наверное, не знаю. То, что здесь всякие места... Естественно, они в игре будут. Что я уже несу, на самом деле. Вот главное, там пройти через низ нельзя, здесь... Пройти без проблем, пожалуйста. Как это работает? Блин, было бы прикольно сделать какой-нибудь мод, который позволяет переходить между вот такими вот экранами логически как-то. Типа бессмертие. Типа, либо делали так, чтобы, типа, если слишком как-то далеко, то ты умирал. От падения в полете, не знаю. Может, идея для мододьенов, может быть, просто. Ну а что, реально было бы прикольно. Если это вообще реализуемо здесь. Хорошо ли вообще то, что я сюда пришел? Просто тут вода? Водосток. А напомните-ка, водосток это что у нас? Небоубежище сейчас не по... Что? Я хотел сказать то, что мне бы сейчас бы убежище не помешало. Зачем ты копье сделал, ты мне объясни. Хотя ладно. Оказывается, кстати, техника умеет делать копье без камней, типа. Тоже употребляя одну еду. Но я почему-то думал то, что он его крафтит из камней и копья. Ну ладно. А-а-а, вот оно что за водосток. Разве это не дренажные системы? Здрасте, не умирай, пожалуйста. Минус копье. Не, конечно, это прекрасная локация для техника, я ничего не говорю. В принципе, прекрасная локация для исследования за него. А, ну тут воды-то в принципе и нет. Ладно, это было в принципе внезапно. Я так понимаю, за него нету шорлайна, за него что-то другое, потому что я уже в принципе посмотрел по карте. У него нету шорлайна, однако меня и волнует один вопрос, что тогда вместо этого? Так, вода решила спуститься, это прекрасно. Прям любезно по моему заказу. Так, мне нужно убежище срочно, причем мне надо убежище. Чтобы как бы поактивнее вода бы поднималась бы и спускалась, было бы вообще замечательно, я бы даже так сказал. Здесь вода-то спускается? Или здесь все, мне не пройти никак? Мне просто как бы убежище там надо, да? Мне как бы спать надо бы где-то. Ждем, пока цикл кончится. И пока вода опустится. Чувствую это все сразу к неудаче, потому что убежище я рядом. Я не знаю, где рядом убежище вообще, в принципе. Дойдем ли мы до него? Потому что здесь проходы для техника максимально ограничены в этой локации, как я понимаю. Только не говори, что здесь вода сейчас такая, опа. Да, конечно же. Но там справа вроде как есть убежище, не? Кто не помнит вообще? Зеленая жемчужина. Давайте съедим там, не знаю. Надеемся только на то, что справа есть убежище. Пожалуйста, игра, пощади. Не-не-не-не-не, только не тони, пожалуйста. Техник, не надо. Ух, а чё тут как вода-то высоко-то? Тут, по-моему, так быть не должно. Так, вода, опускайся. Быстрее, пожалуйста. Там мне не хватает буквально чуть-чуть до убежища. Быстрее. Техник. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Нет, не-не-не-не. Опусти воду, пожалуйста. Игра, любезно опусти, пожалуйста. Мне сейчас надо вниз. Прошу. О, прекрасно. Но сейчас, правда, наверное, воды тут будет, конечно, да. Я надеюсь, там не дождь. Я надеюсь, там будет убежище. Я надеюсь, меня опять игра с этой... Хотя ладно, давай, пожалуйста, игра. Ух, 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 ух.
Дай убежище. Оно будет там, естественно. Угу. Ну не, это все, это уже да, это да. Я сейчас взорвусь. Ага, прекрасно. Кажется, я зря сюда пошел. Хотя кто знает, куда этот переход вообще ведет. Мне как-то вообще с временем не повезло. Цикл, по-моему, должен был быть больше. Ну ладно, давайте попытка номер два попробуем все-таки. Ну убежищ там вообще нету, что-то прям ноль вообще убежищ. Так, мусорщики, я надеюсь, то, что вы любезно появитесь здесь ради меня, чтобы вы же хотите меня убить, да? Ну давайте попробуйте. Опа. Я слышу их, по-моему. А, нет, не слышу. Это мои галлюцинации, все нормально. Ой, а, нет, я думал, это мусорщик, улитка. А, кстати, не забываем то, что я все-таки могу вытыкивать все-таки копии из стен, как бы. Я почему-то про это забываю. Давайте вот так вот сделаем. Из-за того, то, что в этой игре убрали карму, просто вот все, смерть обесценилась. Типа, я могу просто умирать ради того, чтобы просто мусорщики заспавнились. И обновить цикл, естественно. Так, мусорщики, давайте. Давайте вы добровольно здесь появитесь. В принципе, есть идея просто поесть и поспать здесь с мусорщиком. Тут третья карма нужна. В принципе, как хорошая идея. Может, здесь все-таки есть какое-то наказание за то, что, типа, я буду постоянно это... умирать. Ну, честно, я не знаю. Йоху! А прикиньте, у него в итоге окажется то, что у него не бесконечные циклы. Хотя, учитывая то, что там циклы у охотника только настраиваются в настройках. Значит, ничего такого здесь нет. Это на самом деле радует. Неограниченные смерти здесь, это будет прям максимально прекрасно. Где все эти-то мусорщики, я не понимаю. Вот когда они не нужны, они всегда тут будут. Сейчас их просто... их нет, они спрятались, их не существует. Мне придется идти куда-то, не знаю куда, ради того, чтобы просто чтобы мусорщиков найти. Просто их найти. Просто их найти, а потом от них умереть. Нет, тут нету мусорщиков. Ну, значит, до свидания, что я могу сказать. И цикл перезапустили, и вот это вот все, это же, это... О, а вот сразу прибыли наши товарищи. На, прям над головой пролетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что за копья такие? Ты мне объясни, дружище. Это прям что-то новенькое. Ну что, мусорщик? Как там это? Давай. Один на один. Во, прекрасно. Что это за особые копья такие? Так, слушай, да, копья-то, пожалуйста, это, да. Так, этот не особо умный. Вали отсюда. У этого третья карма, а на следующий цикл у него будет вторая. Это вообще гриб. Опа. Вот это да, вот это внезапно. Я ведь могу взять этот труп? Что это за копье? Ух ты. Хватит копья брать, ты мне объясни. Во, это же прекрасно. Это же все. Это же имба, все. Я буду везде с этой маской ходить, все. Так, все, я пошел, значит. Сразу тогда в эту локацию, ну потому что у нас выбора-то не остается. Если мы поспим с мусорщиком, особо от этого смысла не будет, потому что у него карма упадет до второго. Так, а мы сытые. Мы с мусорщиком. Он пускай валит отсюда. Он мне не понадобится, в принципе. А, нет, все-таки понадобится. Сушка, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, мне придется с тобой протащиться чуть ли не через... Все. Мусорщики для техника это как это, перышко поднять. Вот то же самое. Просто он вообще не напрягается с ними. Опа, не успел среагировать. О, прекрасно. Вот ешь этих улиток. Нечего меня трогать. Я вообще страшная птица, так что ты должен меня бояться. Нет, нет, куда ты ниже-то улетел, ты мне объясни. Обычно такие проигрыши в играх меня не особо расстраивают, меня больше раздражает, когда что-то криво работает. И когда я вроде бы делаю все правильно, работает все неправильно. Короче, из-за этого я начинаю в основном беситься. Ой, это как понимать, я тебя в руках держал. Где там мусорщики? Вы там где? Меня там это... Вы вроде убить хотели. Что-то они не хотят ко мне идти. Ну ладно, за них всю работу сделаю. Не, ну это гениальная тактика на самом деле. Правда, у меня таким способом смерти накапливаются. Ну да какая разница. Опа, а вот и, собственно, они. Так, не умирать, пожалуйста. На.
Да ты слушай-ка, ты прям снайпер. Я тебе могу все 10 баллов из 10 поставить за меткость. Где вы там? Выходите, давайте. Опа, всех обстреляю, давайте. Опа. Ой, он его использовал как щит, серьезно? О, прекрасно. Кто там еще? Следующий. Обожаю эту штуку. Где там еще один мусорщик? Да, и камни же поважнее будут. О, вот у него четвертая карма, его можно взять. Чтобы нам постоянно смерти не фармить. Опа, сейчас какая-то касцена будет новая. 5 минут спустя. Еще немного спустя. Спустя 1 минуту 37 секунд. Ты мне там что, целую новую вселенную, что ли, загружаешь? Ты мне объясни. Целый фильм грузит, серьезно. Ну я ж надеюсь, ты не зависла, игра. Не, она не зависла. Она отвечает. Ответ мне дает. Только ответ я что-то не вижу. Так, а сцена просто, я не знаю, переполнена смыслом. У меня прям целый взгляд на сюжет перевернулся. У меня, кстати, мусорчик еще сохранился внезапно. Магии какой-то. Ладно, если какая-то касцена все-таки пропустится, то я... Так, слышишь ты, дружище ты мой. Я, конечно, все понимаю, но мне этот друг нужен. Как бы. Так, слушай. Это мой этот... Нет, слушай-ка, иди сюда. Да ну тебя, ты издеваешься надо мной? Как ты мне предлагаешь это, другие врата кармы открывать? Ой, а тут копия, как на заказ. Они здесь лежат, самые неподходя... Начинаются хлопушки бесконечности. Нет, дайте мне хотя бы... Ой, где копия? Куда вот они делись? Они все взорвались от этих хлопушек. Я тоже хлопать умею. На, вот нравится. Нахлопаю тебе столько, сколько надо. Где это та самая? Ты думаешь, я тебя не вижу, да? Спрятаться решил. Уеху! Так, не падаем. Не повторяем моих ошибок. Теперь вот интересный вопрос. Где мне мусорщиков-то найти? Где мне их мусорщиков-то найти теперь? Скажем спасибо этому жуку. Не благодаря ему все это произошло. Что? Откуда это у тебя? А, ну ладно. Он просто бомбу сделал. Не надо, не создавай мне ничего. Ждем, получается. И надеемся на то, что там... Переход второго уровня? Мне даже мусорщик не понадобится. Так, вот зря я так делаю на самом деле. Фух, я помню, когда играл сам в одиночке, меня здесь чуть не утопило это... Меня здесь чуть не утопило этот, как там его, вот эти вот орехи в воде. Меня просто зажало с двух сторон и начало топить, и я начал задыхаться. Я такой, нет, я не хотел умирать такой смертью. Жалко, вы этого, конечно, не видели, но это было забавно. Так, слушай-ка, давай-ка это, давай, плыви сюда, покажи. На что ты тут способен? Слушайте-ка, из самого ужасного места сделали самое замечательное, мне кажется. В принципе, нам сейчас, по-моему, торопиться некуда, поэтому я думаю, да. Слушай-ка, здесь вода, она здесь была? Так, давайте поедим. А, ну да, сейчас поедим мы. Фух, ладно, не поедим, значит. Сохраняемся здесь, естественно, а где же еще? Зачем мне крафтить за... Техника взрывные копии. Вопрос достаточно... Опа, я тут снова на свалке, да? Опачки. Внезапно, да. Я снова на свалке, прекрасно. В принципе, можно попробовать как-то спуститься вниз, но честно, там внизу я не знаю, что находится. Просто я не помню. Но мы снова здесь, внезапно. Ну, зато теперь на этот... На свалку по-новому посмотрим, я так думаю. Погоди, а это точно свалка? Это точно свалка, что-то я здесь вообще не узнаю ничего. Хотя, возможно, тут поменяли все-таки локацию, хотя не знаю. Так, стой, погоди. Без кислоты, пожалуйста. Вот это да, вот это я, конечно, да. Ага. Так, дружочек, раз уж ты ко мне прям в руки лезешь. Так, начинается кислота, я его уже, эту кислоту видел в челленджах. Да и, в принципе, по-моему, даже на странице магазина Rain World дополнение. Там был скриншот, но его почему-то решили удалить. Это не свалка, погоди, это вообще что-то другое, мне кажется. Что-то прям сильно жесткое.
Вот, собственно, и новые локации. Я хотел новые локации, вот я и получил новые локации и кучу жуков, которые мне вообще не сдались на самом деле. Так, ну можно пойти наверх. Мне бы убежище на самом деле. На! Не-не-не-не-не, техник, тебе туда лучше не надо, там плохо будет тебе. Там тебе жить спокойно не дадут. Ты от обычной воды ты взрываешься, а тут еще и это. Так, куда мне идти? Есть ли здесь вообще убежище? Ой, циановые, здрасте, я давно вас не видел на самом деле. Где там эти-то циановые? Ну-ка иди-ка сюда, ты будешь моей едой сегодня. На. Ну, естественно, копье-то улетит вверх. Так, мне серьезно надо... Опачки. Давай посоревнуемся, давай. На, получил. На, еще одна. На. Слушай-ка, хочешь то же самое? Ну да. Давай, уходи. Прекрасно. Слушай-ка, мне нравится техник. Все, я буду за него играть. Да, это свалка. Здесь вообще есть какой-нибудь переход? Я не знаю, нам надо вообще вниз как-то пробраться, я не знаю. Мне надо убежище. Мне надо убежище. Так, значит, что? Нам надо исследовать эту локацию, получается. Потому что нам еще делать-то остается. Так, значит, что? Значит, еще же ящерицы будут. Я вернулся обратно, да? Нет, погоди, это вообще другой переход. Для которого какой уровень нужен? Да, это вообще другой переход. Ну давайте здесь сохранимся и я надеюсь на то, что здесь будет переход в мою любимую локацию, от которой я в основном только и ориентируюсь. Что сегодня с Train World'ом? Никто-нибудь вообще объяснит? Не, ну если так игра будет постоянно, то я не знаю, я сегодня не запишу, получается, серию. Хотя, может, и запишу, это зависит от того, как там мне повезет или нет. Хорошо, что игра сохраняется, а то это было бы ужасно. Короче, ладно, продолжаем. У меня снова зависла загрузка. Я не знаю, что с игрой. Она просто во время записи, она решает такая: а, не буду-ка я ему загружать локации. Почему бы и нет? Не буду ни локации загружать, ничего вообще не буду загружать. Игре как-то скучно, поэтому она мне решила локации просто вообще ничего не прогружать. И зависать. Не, локация-то она прогружает. Проблема не в локациях. Почему я говорю локации? Я имел в виду не локации, я имел в виду, она не прогружает вообще касцены. Спускаемся вниз, и тут у нас другие проходы есть. Давайте все-таки изучать эту локацию, потому что я хочу прийти. Куда я хочу прийти? Ну точно не туда, куда я там пришел слева. Только куда мне тут, как это все дело расположено, и честно, я не понимаю. Ну ладно, давайте изучать локацию. Хорошо будет серия про то, как я изучаю локацию и как я ем ягоды, которые мне как бы есть не надо. Ребята, ням-ням-ням. Кто сегодня поест, я сегодня поем, естественно. А кто же еще? Сегодня охотник просто наестся до отвала. Так, ну у техника сюжет происходит раньше всех. И всех тех. О-о-о. Как вы там по ним скучали? Сколько там серий прошло? По-моему, я знаю, где я. И, по-моему, сюда мне не надо. Только не говори то, что я не смогу вернуться за... А, я, кажется, понял. Погоди-ка. Мне нужны мусорщики, получается. А где у нас мусорщики находятся? Кто-нибудь мне напомнит? Мусорщики находятся у нас слева. А я пошел вообще куда-то не туда. Ой. Что я делаю, я не понимаю. Это, походу, новая способность техника. Я просто знаю то, что у него какой-то укус есть. Но, походу, это оно. Просто я понятия не имел, что за укус. Но, походу, я могу брать себе добычу. Ух, техник, не пугай меня никогда так, пожалуйста. Так, укусом, типа, он может брать, куснуть кого-нибудь, чтобы он не дергался у меня в руках. Кусаем, и все, он, наша добыча не сопротивляется. Это второй охотник. Охотник 2.0, мне кажется. Как я буду, интересно, мусорщиков доносить, это отдельный вопрос. Так, ребята, вам не надоело вообще воровать у меня копья? Слушайте, давайте повторим процедуру. Да-да-да. На. И еще на. У меня тут копий достаточно. Сколько мне еды? Ой, да я даже сытый, слушай-ка. Только я это, не нашел ничего. Можно пролезть сюда попробовать. На, держи свое копье. На, даже можешь целого ящера взять. Мне не жалко. Что у нас внизу? Опа, новые проходы. Тут, по-моему, где-то неподалеку должно быть убежище. Но точно не здесь, как вы видите, да? Эта локация прям создана для техника, чтобы он тут
падал из-за своей же способности. Ой, слушай-ка, дружище. Ага, специально остерегаешься, да? О! О, сразу все. Все, сразу нету ящерицы. Как будто его и не было. Опа, а вот и убежище. Как раз вовремя. Ну все, я надеюсь, ты теперь-то не это, не все. Не умрешь из-за того, что я в убежище зашел. А, нет, все-таки живу. Ну это же прекрасно. Вообще, это первый раз. И вообще, это происходит только на записи. Что? Почему? Из-за чего? Из-за кого? Из-за меня? Из-за записи? Где мусорщики-то вообще, в принципе? Они здесь вообще существуют? Еще она циановая. У меня на вас копий хватит. Давайте. По очереди все. О, полетел. Кажется, я слышу мусорщиков. Yes. Идите сюда, мусорщики. Вы мне как раз нужны. Я надеюсь, это они все-таки. Ой. Привет. Не ждал я вас тут увидеть на самом деле, дружище. Так, ну мусорщиков я почему-то здесь не вижу. Хотя они вроде как здесь должны быть, не? Ой, привет, друг. Я вообще тебя не ждал здесь. Так вот почему здесь нет мусорщиков, слушай-ка. Ой, и красный скалопендр. Вся команда в сборе, слушай-ка. Это по заказу. Ой, да-да-да, еще ты тут. Как вишенка на торте пришла. Так, я, кажется, знаю, где я. И, в принципе, я недалеко. Так, тут это тайничок небольшой. Ага, кто это тут у нас? Дружище. Все, моя добыча. Так, тебе надо, наверное, поесть. Да, ты мне как раз нужен. Что-то ты какой-то не это, не аппетитный. А, нет, все-таки нормальный. Тогда идем скорее, скорее. В принципе, у нас есть один цикл. В запасе, только я не знаю, как нам идти вообще, в принципе. Нам надо бы как-нибудь пройти, не пересекаясь особо взглядами. Особенно с красной ящерицей, я считаю. Не-не-не-не-не, не взрывайся на ровном месте, пожалуйста. Ой, мусорщик увидел, как я тащу мусорщика. Ребята, я просто дотащу мусорщика, хорошо? Ну, вон там вот красной ящерицей займитесь. Ой, не, ты серьезно? Это моё? Да ну вас, вы серьезно? Ой, да, я по тебе скучал, друг. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Мне нравится, как он кувыркается на самом деле в воздухе. Он улетел даже без моего участия на самом деле. Так, главное остерегаться всего, что красное, желательно. Нет, из-за того, что техник подвижный, за него очень легко, в принципе, уворачиваться от всего. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Ждем, когда он вылезет. Опа. О, все. Ждем второго. Хотя, может быть, и не ждем. Ладно. Как делать? Стой, погоди. Я ведь только взрывные копии могу сделать, да? Да возьми ты мусорщика. Ага, третья карма. У-у-у, тут друзья. Они прям охотятся на меня. Он будет забавно, если мне в экспедиции дадут испытание повысить репутацию с мусорщиками. Не, ну красная скалопендра тут прям в тему на самом деле. Слушай, дружище, у тебя там, наверное, дела поважнее есть. Не хочешь еще кого-нибудь наэлектризовать? Ну не меня только, а то... мусорщик, я тебе желаю там такой удачи. О, кого-то там наэлектризовали. Ну, впрочем, неважно, я побежал. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Он меня, ну, испугался, что? Или что сейчас было? А я могу вообще через низ пройти там, не знаю. Так, мусорщик, пожалуйста, не застревай. Я надеюсь, что да. Да, я могу пройти через низ. Что я там паниковал-то тогда? В принципе, можно с ним поспать, с этим мусорщиком. Будет моим временным другом там, не знаю. Игрушкой для сна. Такой вот небольшой. Но почему ты отпускаешь вечно? Не отпускай. О, начинаются. Нет. Как будто все это заранее было спланировано, вам так не кажется? Опять. Повторяем пройденный материал. Ну что, красная ящерица? Что ты мне теперь сделаешь? Ты мне объясни, я ведь теперь... На, получай. Но вряд ли я его убью вообще, в принципе. Главное к нему просто не приближаться. Да, сказал я и, в принципе, это и сделал. Наблюдайте за
количеством смертей, и там миллион, наверное, будет под конец. Опачки. А что-то мы это плевать разучились, по-моему, да? На, получай. Копье отдай мне. А, ну ладно, в принципе, можешь не отдавать. Мне бы его все равно в любом случае забрали бы. Не, ну за него прям обходить, это на удовольствие, мне кажется. На, получил. На, получил. Ой, еще один, ты тоже хочешь? На. О, еще. Опа, не попал, повезло тебе. Опа. Хорошо. Получилось ему меня заманить. Не, мне нравится техника. Пока что мне он нравится, серьезно говорю. Ой, только если бы он вот такие вот трюки бы не делал лишние, было бы вообще замечательно. Что он иногда их вообще не в тему делает. Копье заказал, копье получил. Во, прекрасно. Ой-ой-ой-ой, ребята, вы меня прям швыряете. Так, здесь можно пройти, здесь секретные проходы, да? Здесь секретные проходы. Нет, нету секретных проходов, значит это в другом месте. Погоди, а где? Не понял. Это какой-то обман какой-то. Красные скалопендры преимущество только в узких проходах, я считаю. Я ведь скалопендры сказал, надеюсь, не ящерицы. А то я его, блин, столько раз попутал в последней серии за гурмана. Ну что, ребята, я вас тут жду. В принципе, тут копии на всех хватает. Не, я тут прям навеселюсь на полной. Давайте, идите сюда. Я из вас целый супчик сделаю. Ой, из тебя тоже, кстати. О, кушать подано. Нет, это не мусорщик лежит. Декорация Rain World. 10 из 10. Я вот не понимаю, вот эти вот купи что ли повышенный урон наносит, или из них можно что-то особое скрафтить? Просто возможно и то, и другое. Зря ты носишь с собой копья, дружище. Ребята, подтолкните меня, пожалуйста. Вы ж не... О, спасибо. Слушай-ка, это прям хорошее. Так, тихо, давайте подождем, когда он там успокоится, а то я уже который раз на него натыкаюсь. Ой, а вот и мусорщики. Хорошо, что у вас копий нет. Да-да-да-да-да-да-да, нету копий. Не надо меня к ним. Ой, прекрасно. Ой, вы сейчас такое слайд-шоу, наверное, видите. Это просто... Это... Ну, наконец-то мы донесли все-таки мусорщика. Нам нужен мусорщик хотя бы второй кармы. В принципе, все, можно сохраниться здесь. Да, не туда ты сейчас, да. Во. Да что с тобой не так? Почему ты застреваешь? Сохраняемся за другом нашим. Мертвым, правда, но все же. Так, давай, мусорщик, ты сегодня пойдешь со мной. Веселиться будем. Прям на аттракционах покатаешься. По каким маршрутам мы шли? В принципе, можно здесь пройти. Я так думаю. Потом пойти наверх. О, жук пожарился. Кислоте. Мне нравятся эти звуки. Звуки поджаривания жуков. Так, я ведь поел мусорщика, надеюсь? Нет, конечно же. Мы ж поели его, по-моему, в прошлом цикле. А, нет, мы его не ели. О, да. Идеальная игра за техника. Мне просто нравится. Фух, сохраняемся. О, не-не-не-не-не-не-не, не сохраняемся, нет. Нет, я сейчас такую жесткую ошибку чуть не совершил. Мне бы сейчас бы опять пришлось туда идти ради одного мусорщика. Это было бы весело, я так думаю. Чем меня еще игра за него удивит, за техника? Да, наконец-то я здесь. Промышленный комплекс. Мне вот интересно, что еще изменилось здесь. Давайте сохранимся, дойдем до следующего сохранения. Я думаю, и на этом закончим. Хотя можно закончить и сейчас. Не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас у нас планы какие? Сейчас мы идем, получается, куда? В дымоходы, наверное, да? Да, мы идем в дымоходы, идем наверх, идем на... Идем, получается, да, наверх. И оттуда, наверное, не знаю, как-нибудь... Куда-нибудь, не знаю. И оттуда, в принципе, можно дойти до куда-нибудь. До стены, например. Снова путем выжившего пойдем. Привет, ребята. На, получай. Ой. Ты еще живой, в смысле? Когда ты ожить-то успел? Вы видели это? Я его таскал в руках. Я запаниковал. У меня кнопка включения и включения записи
находится на нампаде. А чтобы вы понимали, также я им и управляю, чтобы вы понимали. Поэтому я немножко побаиваюсь случайно нажать там лишние кнопки. Но они тут достаточно далеко друг от друга находятся, так что думаю, с этим проблем не должно быть. Ух ты, что там такое взрывается? Действительно, давай. Иди на звук. Так, ладно, на этот раз мусорщиков нет, хотя они нам нужны. Нужны они нам. В принципе, здесь можно обойтись и одним мусорщиком. Единственная проблема здесь возникает тогда, когда тебе нужны эти... Ну что ты там? Когда доходишь до кармы, когда доходишь до перехода, где нужна прям огромная карма. Вот тогда начинаются прям проблемы, я так думаю. Но, видел мои снайперские способности циановые? Куда это мы тут собрались, дружище? Куда это мы тут это? Во. О, ты тоже хочешь? Хотя ладно, я тут пошел. Да, за гурмана теперь тут такие кувырки-то не поделаешь. Так, ну я походу зря сюда пришел. Хотя не знаю, возможно мне повезет здесь все-таки. И по-моему я вообще не туда пошел, мне надо было направо идти. Там, наверное, красная будет, там, наверное, скалопендра красная, там, наверное, белая. Вся компания там будет прежняя. Ну давай, иди сюда. Чем ты меня удивить-то собираешься? Сколько у него урона? У меня такие ощущения, как будто у него урона 2. Просто как-то... Но. Он как-то... Ты еще живой, что ли? Нет. Что ты двигаешься тогда, не пугай меня. Там внизу есть убежище, я знаю, но там также вода есть. Я, в принципе, помню про тебя, друг. Ух. Фух. Во, прекрасно. Главное действовать быстро. Давай, иди сюда, розовая. Прекрасно. Фух. Ну не может быть такого, что наверху не будет мусорщиков. Они же там постоянно тусуются. Я надеюсь, сейчас на загрузке это все не закончится. И надеюсь, что она начнется с той сцены, с которой она должна начаться. Она должна начаться с той, с которой должна начаться. Ладно, у меня сегодня такие гениальные фразы на самом деле. Во. Ай, минеральная вода. Угу. Да-то они идут. Походу нам рассказывается история. Техника, они ведь сейчас находятся на свалке. Возможно, у него там что-то произошло, и у нас началась кампания за него. Возможно, что-то другое. Это я чисто предполагаю, строю теории и так далее. Я это люблю делать, вы еще не раз это будете увидеть. Будете видеть у меня. Не только по Rain World. О, прекрасно, даже копье не нужно. О, я же говорил, они тут постоянно тусуются. О, прекрасно. Желаю вам удачи. Давайте посмотрим на этот фильм. Прекрасный. Ой, только бы надо бы это, да. Нам надо. Угу. На, получай. Есть проблемы. Угу. Он сейчас будет стрелять во всех без разбору. Поешь? Не-не-не-не. Нет, серьезно. Ну ладно, главное, я все-таки там сохранился. Короче, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы оцените этот ролик лайком, там и так далее, комментарием. Комментарии я обожаю, я прям буду очень благодарен, если ты напишешь комментарий какой-нибудь, который состоит не из одного слова, конечно же. Вот, короче, всем желаю удачи и всем пока. Хорошие серии начинаются с хорошего начала, ведь так?